государь, среди все тихо и складно. День ни войник, да крисьмов не бурь. Появился дикий зверь громадный. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. А там король страдал желудком и астмой. Только кашлем дикий страх наводил. А тем временем зверюга ужасная, коих ела, коих в лес волочил. И тогда король издал три декрета, чтоб положить хулиганством конец. А кто отважится на это, тот принцесса пойдет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь прямо наискосок, бесшабашно жил тоски и гусарстве, бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды и тату. Протрубили во дворе трубадуры, хватит стрелка и во дворец волокут. И король ему проказывать не буду, я читать тебе моралью нет. Вот если завтра победишь, и чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок, ну это что ведь за награда? Мне вон выхватить портвейну подью, а принцессу мне и даром не надо. Чуду-юду я и так победю. А король, возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. И ты все же королевская дочка. А стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока он с ним вот так припирался, съел уже почти всех женщин и кур. И возле сам дворца ошивался, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейну он отспорил, чуду-юду победил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок.